Сводный отряд полиции из Волгограда отправился на поиски пропавшего ребенка в Камышинском районе области. 15-летняя Аэлита Ли из села Чуханастовка 13 января вышла из дома в школу, но в учебном заведении так и не появилась. Домой не вернулась. Заявление о пропаже написала бабушка девочки. Поиски ведутся с применением кинологов, техники высокой проходимости и квадрокоптеров. Все территории, где может находиться пропавшая, продолжают обследовать. В связи со сложными погодными условиями и обильными снегопадами во время поисков применяют снегоходы охотников. Поисковые группы прочесывают местность по секторам. Особые приметы. На вид 15-16 лет. Рост 160 сантиметров. Телосложение среднее. Волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в зимнюю оранжевую куртку, сапоги коричневого цвета, зеленую шапку. Просьба всем, кто что-то знает о местонахождении Аэлиты, сообщить в полицию по телефонам 02-112. В дежурную часть Камышина. 8-4457-209-00. Или в дежурную часть регионального главка МВД по телефону 8-8-442-3043-45.